15 мая отмечается Международный день семьи. И сегодня мы хотим рассказать об одной удивительной славянской семье – Ольге и Владимире Ковиных, которые воспитывают 5 детей. Семья Ковиных – это пример настоящих ценностей, взаимопонимания и уважения. Что такое счастье? Каждый человек ответит на этот вопрос по-своему, но только не супруги Ковины. Для них ответ один на двоих. Счастье – это большая дружная семья, и чем больше детей, тем больше счастья в доме. Ольга и Владимир вместе уже 38 лет. Они родители 5 детей, а теперь еще бабушка и дедушка 2 внуков. Всякие бывают и трудности, и радости. То есть... Все трудности можно преодолеть. Если вместе. Если вместе. Я могу назвать себя счастливым человеком в семье. Быть главой такой большой семьи – это не только счастье, но и огромный труд. Владимир Михайлович работает водителем-экспедитором, награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Становился лучшим сотрудником года, победителем регионального конкурса «Водитель-профессионал». Отмечен высокой производственной наградой «Золотой знак Магнит». Владимир Михайлович – это опора семьи, а вот его супруга Ольга – это уют и атмосфера дома, хранительница семейного очага. Она более 30 лет проработала в школе учителем начальных классов, призер краевого конкурса «Учитель года Кубани», победитель районного конкурса «Персона года 2022», награждена грамотами и благодарственными письмами главы Славянского района. Но какой бы успешной ни была карьера, главное для женщины – это реализоваться в семье и суметь сохранить ее, невзирая на невзгоды и трудности. Для женщины семья – это вот прямо основа основ. Основа. Можно быть успешным, но не счастливым в семье. А счастье женщины – это быть счастливой женой и матерью. Говорят, все начинается с семьи, и это действительно так. Ольга и Владимир старались воспитывать так детей, чтобы они выросли самодостаточными и успешными людьми, приносили пользу стране. Старшая дочь Варвара – один из лучших мастеров-бровистов в Геленджике. Полина – золотая медалистка, капитан команды чемпиона открытой Славянской юниор-лиги КВН. Окончила Донской государственный аграрный университет с красным дипломом, получив 2 высших образования. Елизавета тоже отличница учебы, свою жизнь связала со спортом. Лиза входит в состав сборной команды России по академической гребле. Она неоднократный победитель краевых, всероссийских и международных соревнований. В 2021 году заняла 1 место в чемпионате Европы. В 2022 году Елизавете присвоено высшее спортивное звание «Мастер спорта России» международного класса. Сын Григорий – отличник учебы, занимается легкой атлетикой и академической греблей. Награжден похвальными листами Министерства образования и науки России. Победитель краевых и всероссийских соревнований по гребному спорту. В 2021 году Григорию присвоено звание кандидата в мастера спорта. Младшая дочь Василиса учится в 5 классе. Отличница, ходит в художественную школу, занимается волейболом и академической греблей. Призер интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Для всех детей Владимир и Ольга – это пример того, как надо жить и трудиться, уважать окружающих и любить свой дом, свою землю. Основные такие принципы, которые всегда прививали родители, такие как даже как заповеди, можно сказать, это добивайся своих целей, будь целеустремленным и умей преодолеть себя, потому что бывает иногда очень трудно чего-то добиться. Будь готов защитить младших, взять на себя ответственность за них. Почитай своих родителей, предков, помни о своих корнях. И люби свою родину. Семья Ковиных – это как крепкий, с правильными нравственными ориентирами цемент, скрепляющий фундамент нашего государства. И чем больше будет таких семей, тем сильнее и успешнее будет Кубань и Россия.